Ну, что ты предлагаешь? Систему. Какую? Ты веришь в загробную жизнь? Нет. Я рад, что мы оба материалисты. Так вот, все, что мы можем получить, мы можем получить только здесь. Там ничего не будет. А в жизни, Стас, столько всяких удовольствий. Дай выпью. Ты много пьешь. Это одно из удовольствий. Чего же ты хочешь? Прям как Роман Кочетова. Хочу известности, денег. Хочу любить женщин, помогать друзьям, ездить куда хочу, жить как хочу. Хочу всего и сейчас. Такая вот гедонистическая программа. Поэтому ты пишешь «Комиссаров с нимбом». Не получается у нас, как у Сократа с Платоном. Не то чтобы с нимбом, а так, с легким сиянием вокруг головы. С одной стороны, посмотришь, вроде бы нимб, а с другой – комиссар. Видны исторические корни, все правильно. Сейчас многие так делают, только большинство бессознательно. А я, как ты видишь, отдаю себе отчет. Я, Стас, хороший художник. Дело в том, Саша, что ты, как выяснится, вообще не художник. Не понял. Художник пишет, как может. А если ты можешь так и это, кто-то не художник. Ты за обед заплатить можешь? Как заплатить? За первое, за второе, за третье. За коньяк я сам заплачу. Я отдам тебе деньги. Нахрена мне твои деньги? Да, пожалуй, пойду. Куда? Писать картины? Ты пишешь? Что-то написал, кто это видел? Ты сидишь у себя в скиту, чтобы твою бездарность никто не видел, понял? Саша, Саша, не надо! Статик, перестаньте, Саша! Пейзан паршивый, лапотник драный! Это не ты уходишь! Это я тебя выгоняю в шею! Понял? Ты же можешь все сорвать, ты отдаешь себе отчет, что все полетит к черту? Да выбрось ты сигарету, дышать нечем. Дядя Ваня. Ну что? А ты сам-то малевать умеешь? Ну, честно, пробовал хоть раз. Ты же сталинскую премию бригады получил. Тогда был бригадный метод. Чего вы там хором намалевали? Праздник урожая на колхозном стадионе? Дядя Ваня, а ты не боишься, что я тебя брошу?